Доброе утро, Софья Михайловна. Алло. Запишите, пожалуйста, на прием. Кто говорит? Бобков. Бобков. Так вот, товарищ Бобков, список на прием по вопросу жилья закрыт. А может быть, я и не по жилью. Что, я ошиблась? А на следующий понедельник вы не записываете? Нет, нет, нет. Доброе утро. Доброе утро. Ну как, удалась воскресная поездка? Великолепно. Дивный сосновый бор, озеро. И людей никого. Да, спасибо, что подсказали координаты. Ну что ж, рад, что вы довольны. Записываю вас пятым. Пятым? Когда же нужно прийти, чтобы быть первым? Соня, вы непреклонны, как старшина стрелковой роты. Я прав. Правда, очаровательный старшина. Хорошо, записываю вас вторым. Хотел бы я знать, кто тот счастливчик, который будет первым. Игорь, вот возьму и поставлю вас на то место, которого вы заслуживаете. Ах, Соня, Соня. Здравствуйте, Борис Дмитриевич. Добрый день. Опять жара, Борис Дмитриевич? По сводке 36 выше нуля. А хоть бы и ниже. Последний день квартала, последний день полугодия. А, да, что делать с приемом? Много людей? Пока 10 человек записалось. 10? Да.
Если все пойдет нормально, приму не только этих 10-рых, а всех. А пока вот что, Соня, зовите-ка Маслова со сводкой по пусковым объектам и побыстрее. Хорошо. По данным, принятым с участков за субботу и воскресенье, дефицит плановой мощности пока составляет 1250 мегаватт. Из них 800 приходится на новосергиевскую машину. Ее раскрутили в пятницу вечером, и, наверное, она уже отработала положенные 72 часа под нагрузкой. Скоро сообщат. Вот. Ну, с остальными объектами тоже нормально, кроме Бежицы и Тулы. Бежицы? Там же крохотная турбинка. Что там могло произойти? Подробности пока неизвестны, но в план второго квартала эта машина не войдет. А в Туле? Погасили котел. Что-то там с паропереагревателем. Галя. Ну, я давно здесь. Что, план дымится? Дымится. Но жизнь продолжается. Вот и тебе все безразлично. Понимаешь, меня это волнует постольку, поскольку от плана зависит, состоится ли ОБД у Бориса Дмитриевича, который вам хорошо известен, прием по личным вопросам. Так что у меня к плану отношение личное. А у тебя? Общественное. Товарищи, товарищи, ну зачем же вы так все сразу? Борис Демич примет всех, кто записан в назначенное время. Софья Михайловна, а вот я был записан еще на прошлый понедельник и не смог прийти. Ну, пожалуйста, попробуйте после обеда зайти. А, спасибо. Пожалуйста. Софья Михайловна, да. Разрешите мне зайти, а? Попробуйте, попробуйте. После обеда, после обеда. Благодарю вас. Из-за Тулы и Бежицы мы не досчитаем с 50 мегаватт. Черт, как суббота и воскресенье помешали, а? Кто их выдумал, эти выходные? Слушаем. Геннадий Архипович. Это я, Борис Дмитриевич. Здравствуйте. Гена, знаешь кибальник у себя? С утра был на месте, к 11 собирался в гострой. А что? Геннадий Архипович, ты как, там не забыл еще трес свой родной, который выдвинул тебя на ответственную работу и т.д. и т.п.? Борис Дмитриевич, трест альма-матер моя, можно сказать. Так вот, нет ли у тебя желания помочь своей, как ты говоришь, мутер? Если смогу. Так вот, Гена, узнай, нет ли в главке заначки по мощностям? Ну, резерву, что ли, внеплановых, там, случайных. Сколько? 100 мегаватт, немного пустяки. Попробую. Только не задерживай, Гена, упустить кибальника нельзя, понял? Понял, понял. Масштабы главка 50 мегаватт, конечно, не цифра. Кибальник согласится. Главное, чтобы еще что-нибудь не случилось. А что может случиться? Ну, как в Бежице и Туле, в Костроме, например, или в Новосергиевске. В Новосергиевске третью неделю сидит главный инженер Треста. Там 800-тысячная турбина. Ты понимаешь, что ты говоришь? Я пойду просить, чтобы нам перенесли Бежицу и Тулу в третий квартал. Значит, я должен иметь гарантию, что остальные объекты мы сдадим в срок. Я не Господь Бог. Ты начальник производственного отдела, не эти цидульки мне... Твоя уверенность нужна, сдадим или нет? Что ты хочешь от меня? Наш человек в Гаване. Ты что, идти мне к кибальнику? Не знаю. Ну, не прав я, не прав. Ну, что теперь? Добивать будешь? Ну, и фрукт же ты, Борис, надо тебе сказать. Ты тоже не овощ. Алло, Гена? Это я, Борис Дмитриевич. Резерв мощности в главке 300 мегаватт. А, спасибо, спасибо, Гена. Ты что же не заходишь? Забегу, Борис Дмитриевич, на днях обязательно забегу. А, ну давай, давай, давай. Пронюхал, что дом сдаем. Квартиру просить будет, увидишь. Так что идем ва-банк. Слушаю вас. Иванов, соедините меня с начальником главка. Минутку. Матвей Ларионович, возьмите трубку. Да. Матвей Ларионович, здравствуйте. Иванов. Матвей Ларионович, не уделишь мне минут 10, 15? Тебе ж к 11 в гастрой успеешь.
Уже проинформировали? Ну-ну. Важное дело, Матвей Илларионович. Я в гастрой тоже не на свидание еду. От силы полчаса от него, даю слово. Ну, добро. Подъезжай в гастрой, там и встретимся. Так ничего не спросил? Почувствовал. Соня, ко мне никого? Приехал Олег Пальмин из Уральска, скоро будет. А, попросите его подождать, Соня. Только не обижайтесь, слышите? Я рад его видеть, рад. Соня, вызовите пусковые участки. Кострому, Липецк. И Новосергиевск, по-срочному. Маслов, пожелаю успеха. У тебя и так все получается. Ну, хорошо. Ни пуха, ни пера. К черту. Я слышала, у вас большие успехи в Уральске. А в личной жизни, если не секрет. Но вы еще... Галина, зайди ко мне на минутку. Да, сейчас. Но вы еще не женаты, Олег. Вы знаете, так хорошо одному, Сонечка, что не хочется, чтобы было лучше. Пора. Жениться надо на одном дыхании, в угаре, в дыму. У любви строгие сроки. Вы еще в том счастливом возрасте, когда это возможно. А потом встречаются два одиноких человека. У нее свои недостатки, у него свои. Подсчитали и обоюдно согласясь, решили. Есть в этом какая-то печаль, правда? Разрешите? Я прошу вас, подождите. Хорошо. Кто это? А, окаменелость из тех отдела. Послушайте, Олег, вам не нужен экономист. Опытный специалист, знакомый с программированием. Нужен. Кстати, она сейчас зайдет. Женщина? Алло? Да, да, да. Таня Евгеньевич, Липецк. Спасибо, Женечка. Галочка, вот товарищ с Уральского монтажного участка. Им нужен экономист. Крупнейшая электростанция на Урале. Места живописнейшие. Ну, о природе потом. Вам нужен экономист? Да, нужен. План выполняете? План выполняем по всем показателям. По всем? Нет, не поеду. У вас же там делать нечего. Все налажено, отлажено. А меня влечет счастье трудных дорог. Нет, не поеду. Так не поедете? Нет. А я вас, между прочим, и не звал. Вы слишком романтичны для экономиста. Я буду в отделе снабжения. Когда приедет Борис Дмитриевич, позвоните. Одну минуточку, деловой человек. А я ведь к вам и не просилась. Зачем ты это сделала? Не люблю благополучных людей. Алло. Да, да, давайте, давайте. Леонид Викторович, Кострома. Спасибо, Сонечка, спасибо. Сколько пестрец будет смеяться, как ты караулишь его по утрам. Доброе утро, Борис Демич. А в ответ здрасте прошел и не заметил. На что ты надеешься? На что? Тебе семью строить надо. У него сын такой, как ты. Права, Соня, только сводить меня ни с кем не нужно. Ну, правильно, правильно. Значит, ходи, вздыхай под его двери. Выходишь, выходишь. Получишь все сполна. И объятия на заднем сиденье. И вздохи на служебном диване. А дальше что? Дальше что? Ты бы хоть о нем подумала. Если собственная судьба тебе дорога. И человек и без того, без тебя на пределе. Я же просила, я убедительно просила, я лично просила вас. Подождите под дверью. Извините.
Хватит сегодняшнего дня, чтобы ноги твоей в моей приемной не было, пока он в тресте. Сюда с бумагами на подпись ходит, а не с любовью. Вы к управляющему? По какому делу? Как вы думаете, по какому делу Тёмкин будет беспокоить управляющего в рабочее время? Сдается новый дом, а Тёмкин опять в списках нет. Годы идут, молодой человек. Семья становится больше, а квартира меньше. Тогда вы действуете недостаточно смело. Софья Михайловна только первое препятствие, а у вас она стала главным. Молодой человек. Слушай, друг, вот когда к нам приезжал на участок министр, я с ним вот так, а перед ней я вот так. А ведь еще до управляющего не дошел. Да нет его, ребята, сам жду. С приездом, Олег. Привет. У вас не найдется трехкопеечной монетки? Олег. Игорь, здорово. В белом халате. У нас к машинам без халатов не пускают. Как в ресторан без галстука. Сколько лет мы с тобой не виделись? Надо выпить, пойдем куда-нибудь. Да ну, жара. У нас бесплатно, прошу. Спасибо. Слушай, в твоем отделе не работает Галина? Ну, такая деловая, красивая. Работает. Я на мой участок сватаю. На твой? Угу. А ты что, главный инженер? Выше, выше бери, начальник участка. А-а-а. Разрешите? Поздравляю. Ну и что же хотел узнать о ней? Ну вообще, что за человек? Умна? Что есть ум? Ум есть то, что мы носим тут. Я ношу тут не ум, а отсутствие ума. Ум — это способность человека принять оптимальное решение в оптимальный момент. Ну, в виде примера. Когда я решил остаться в Москве, вместо того, чтобы, как и ты, поехать по направлению на монтаж, это было не оптимальное решение. Хотя оно было принято в оптимальный момент. Старик, ты был первым математиком на курсе. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Ведь как мечтал, сидишь дома, смотришь весь мир. Ну и что? Телевизор есть, сказки нет. Ракеты на Луну летают. Что дальше? Думающие машины? Вон они. Что изменилось? Не нравишься ты мне что-то. Я сам себе не нравлюсь. С чем приехал, отчельник? А, привет. Да вот, есть проект, хочу показать. Не лучший день ты выбрал для этого. Ну? Дай закурить. Да уж не курить. Сергиевск, Леонид Викентьевич. Тут, брат, закуришь. Пошли. На хаос. Домой или в Трест? Где наш дом родной, Толя? В Тресте, Борис Дмитриевич. По случаю успешной сдачи турбины. Пом-пом-пом-пом. Девушка, не кладите трубку, позвоните в дирекцию станции. Дирекцию. Узнайте, сдана ли турбина. Да слышите меня наконец? Шумно очень! Не слышу! От чего шум? Да не знаю я. Пару много. Травит давление. Аварийные клапана. Девушка, бросьте все и марш на станцию. Да я сейчас позвоню по местному. Что хотите, но чтобы через 5 минут Чистяков был здесь? Минуточку, минуточку.
у меня в конце концов. Алло, блочный щит, алло. Это кто, Виктор? Витенька, посмотри, Чистякова там нет поблизости? Здесь Чистякова, здесь. Вас Москва вызывает. Ну все, спасибо. Слушаю. Кто это? Алло, кто это? А, Маслов. Стали мы, Леонид Викентьевич? Стали. Да тут, наверное, миллион ошибок. Что, не работает? Ага, зато бесплатно. Слушай. Чего? Это он. Кто он? Кто-кто? БД, беда, вот кто. На 69-м часу резко возрос уровень вибрации. Стали снижать нагрузку. Но на 400 мегаваттах затрясло так, что пришлось аварийно остановить машину. Пробовали запуститься. Ну, повторилась та же история. Фортуна. 3 часа не оттянули. Дирекция требует расхолодить машину для ревизии переднего подшипника. Ха, неделя работы. Но Чистяков держит пока машину в прогретом состоянии. Ждет нашего решения. А остальным? Почему там автомат не работает? Или почините немедленно. Или обеспечьте всех сифонами, как меня. И разговор с Новосергиевском. Срочный. Уже заказан. Борис, а в Костроме и Липецке все в порядке? С Берцей и Тулой тоже в порядок. Кибальник дал добро под наше твердое. Все остальное полностью в срок. Собирай синклит, только без лишних. Что за народ? Не видит, что ли? Ну что, там совещание? Меня вызывали. Простите, а что это у вас там? Это летопись аварии. Я веду ее 40 лет. Да-да, 40 лет. Я ее начал писать тогда, когда вас еще не было на свете. Вы безжалостный человек. Вы не человек. Вы женщина. Каковы же ваши мнения, в конце концов? Надо дождаться звонка из Сергиевска. Михаил Степанович, проходите, садитесь, пожалуйста. Итак, ваше мнение, Валентин Николаевич. Так вот, кто шел первым номером в списке на прием. Игорь, прекратите вашу шуточку. Значит, приема сегодня не будет. Ничего подобного. Как вы думаете, Соня, вибрация ротора, это серьезно? Какая вибрация? В Новосергиевске. Одно мне странно, Игорь. Как это вы с вашими талантами до сих пор не получили квартиры? Не ценят. Кстати, как вы думаете, Сонечка, почему я не на совещании? Вас туда не позвали. Нет. Я слишком весел для такого серьезного дела. Да и жара. Thank you.
Борис Демьянович, Сергеевск. Алло, Сергей? Алло, 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 Сергеевск? Алло, Сергеевск? Сергей, алло, алло. Соня, где же Сергеевск? Борис Дмитриевич, дирекция требует гасить котел. Держать турбину в прогретом состоянии дальше нельзя. Держите. Как бы не загубить машину. Кто ж я довел до этого, я? Борис Дмитриевич, от случайности никто не застрахован. Если работа организована правильно, случайности не бывает. Борис Дмитриевич, это тема моей диссертации. Слушай, доцент. Ты работаешь сейчас не в теплотехническом институте, а в тресте «Энергомонтаж». Я участвовал в составлении инструкции к этой машине. Максимум через час мы должны начать охлаждение. Сережа, составил инструкцию на свою голову, найди, пожалуйста, как изменить ее. Не сможешь, 2 копейки цена твоей диссертации. Все. Все слышали, что сказал главный инженер треста? Времени у нас 1 час. Давайте думать. Думать. Тут одно из двух. Либо центровка нарушилась, либо выхлопной патрубок разогрелся. Если центровка, авария ложится на нас. Чего бы это? Никогда не нарушалось, а тут вдруг нарушилось. Мне кажется, тут все дело в низкочастотной пульсации ротора. Явление редкое. Если в нем кто и виноват, то физика, а не мы. Никому от этого не легче. Турбина стоит. Пульсация, так давайте говорить о том, как ее устранить. Надо заменить вкладыш переднего подшипника на специальный. А где его взять? Постойте, я помню, на заводе изготовителя был такой вкладыш. Пока отгрузят, довезут, пока установят, 2 недели. Ну, вкладыш можно доставить на самолете. Олег, последний день квартала. Какая разница, на чем вылетать из плана, самолетом или поездом? Главное, как устранить эту проклятую пульсацию собственными силами без шума на всю Европу. Вот что! Иванов? Борис, это я. Как дела? А? Ты что, занят сейчас? Ну, ладно тогда. Да нет, не беспокойся, я сам позвоню. Попозже или завтра. Ну, дело пока не спешное. У кого есть позитивные предложения? Вибрацию можно устранить очень просто. Вот у меня записано. Подобное случилось с трофейной машиной фирмы МАН на электростанции Лиски в 1940... лохматом году. А в прошлом веке не случалось? Все, что случалось, может случиться. Постойте, я эту мановскую турбину в Лисках сам монтировал, и ничего такого там не было. А у меня записано. 1900. Леонид, ну ладно, я был бригадир тогда, не понимал, не запомнил. Но вот Леонид Викентьевич в 46-м году он был главным инженером на восстановлении станции в Лисках. И если он не помнит... В 48-м году, через 2 года после восстановления разрушенной станции в Лисках, на турбине фирмы МАН возникла вибрация. Турбина фирмы МАН? Не турбина, а пустяковина. У нас же машина 800-тысячная. Пожалуйста. 500-тысячный турбогенератор фирмы Вестингхаус, тот же случай. Борис Дмитриевич, ну это же все не наши машины. Покажите, Михаил Степанович. Машины работают и ломаются по одним законам, что у нас, что у них. СМ, К3, Г5. Какая-то тройная бухгалтерия, ничего не понимаю. Как же непонятно, когда все понятно. Вот, пожалуйста, К3, К3, книга 3, Г5. Г5, глава 5, П2,
Песня вторая. Да замолчите вы! Пример. Наконец. Пример второй. О-о! Отечественный опыт. Это была сложнейшая авария. И какое удивительное решение они приняли. Все можно наладить за полчаса. Неужели за полчаса, Михаил Степанович? Может быть, не за полчаса, но Чистяков это сделает. Разговор с Новосергиевском. И срочный. Вот, пожалуйста. Долго будем издеваться над машиной? Вам мало того, что вы, кажется, подшипники разбили. Вы еще хотите цилиндры покоробить? Гашу котел. Вы можете дать нам еще полчаса? Ни одной минуты. По инструкции я, как директор, обязан был прекратить подачу пара уже давно. Виктор, гасите котел. Отставить! Сергей, ты и так сделал больше, чем мог. Давай расхолаживать. Приготовиться к подаче пара через байпас. Да вы инженер или кто? При таком температурном перекосе. Виктор, в чем дело? Я же сказал гасить котел. При чем здесь клапана, когда у вас центровка нарушена? Мурат, мертвому припарки. Не дам губить машину. А она еще не ваша. Пока приемочный акт не подписан, мы с ней будем делать все, что сочтем нужным. Ах так? Можете эту калеку оставить себе насовсем. Я ни при какой погоде не подпишу акта. На клапана! Турбину готовить к толчку! Да. Давайте. Так что только к вечеру узнаем, прав ли Тёмкин. Борис Демидович. Сергиевск? Нет, Липецк. Алло. Турбина отработала 72 часа, Борис Демидович. Поздравляю. Как остальные участки? Нормально. Значит, знамя опять наш? Приезжай на вручение. Пока. О каком знамени ты говоришь, Борис? Наверху всегда и все должно быть в полном порядке, Леня. Хм, это тебе Кибальник сказал? Эх, с Кибальником нехорошо получилось. Что, трудно согласился он на Бежицу и Тулу? Легко, подозрительно легко. Ничего удивительного. Мы же выручили главка, когда Североэнергомонтаж завалил Сулагерскую станцию. Да и резерв у них большой, 300 мегаватт. Без Бежицы и Тулы это уже не 300 мегаватт, а вот без Сергиевской 800-ки не только мы, министерство без порток останется. Но это же другой разговор. Возьмите трубку. Да. Борис, как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Только что передавали по радио, в Москве 36 выше нуля. Езжай домой, хватит. Да у меня кондиционер, Катя. Твоими сосудами тебе никакой кондиционер не поможет. Кстати, я достал новое средство, австралийское, патентованное. Это то, что тебе нужно. Откуда они там в Австралии знают, что нам нужно? Ну, Боря, это же атеросклероз. Да нет у меня никакого склероза, нет. Борис. Все, хватит.
Между прочим, атеросклероз – это просто возрастное изменение сосудов. И у тебя есть? Есть. Ну, вдвоем не так страшно. Простите, ребята. Извините, сморились. На монтаже по две недели вкалываем, ничего. А тут с утра стенки подпираем, только и все. А коленки не держат. А может быть, я чем-нибудь могу вам помочь? Вы бы нас к управляющим провели. Да. Вы знаете, что сделаете? Через полчаса у нас обеденный перерыв, и мы с Соней пойдем обедать. Вы идите прямо к нему. Прямо к беде? Да какой он беда? Галина Тимофеевна, я прошу вас. Он добрый. Здесь все добрые. Чем закусывает? Трести напряженный день. Я все время связан с Сергиевском. А тут уйдешь на минуту и все разваливается. Игоря нет, сводки не обработаны. Игорь Евгеньевич, вы знаете, в каком состоянии сейчас Игорь? Пока у него не решится вопрос квартиры, он не работник. Тогда идите обработать сводку сами. Я? Да, вы. Борис Демидович, вы пойдете обедать? Соня, только прямо, давали Сергиевск или нет? Или тоже, может быть, меня бережете? Борис Демидович. Идите обедать. И Маслову скажите, чтоб шел. Пообедает, сменит меня. Идите. Где-то лопнула какая-то железка. Кто-то прикрикнул на БД. БД топнул на того, кто стоял рядом. И вот покатилась по цепочке, докатилась и до нас. Игорь. Ну почему всегда на одной и той же ноте? Ну всегда на одной и той же едкой волне. Человек должен себя вести соответственно тому, кто он есть. Введем мои данные в машину. Исходное состояние объекта – лучший математик курса. Состояние на сегодняшний день – развлекатель-секретарш. Оценка объекта – неудачник-вульгарис. Неужели так весело ходить в несчастных? А ты попробуй. А я не хочу. Не сможешь. Одного желания мало. Тут предпосылки нужны. Есть они у тебя? Что? Неразделенная любовь? Игорь. Куда же я карандашик-то не задевала? Тебя ставила жена. Сочувствую тебе. Но за твою жену я рада. Ты из тех, кто может терпеть свою боль только тогда, когда другим тоже больно. Женщины не любят таких, как ты. Ты запомни это.
Я извиняюсь, управляющий, кто здесь будет? Слушаю вас. Вы извините? С какого участка? Нет, вы извините. Ну, с Калининского. Фамилии? Коваленко и Беляй. А теперь идите. И только ко мне, порог треста не смейте переступать в таком виде. Идите. Так для храбрости ж. Идите. Зачем фамилии сказал? Пошли. Мы, конечно, пойдем. Только не будет сварщика шестого разряда Беляя. Уж лучше б не руки были, а крюки. Все через них. По нержавейке шов как по вышивке кладут. Ладно, ладно. На расхват такие руки. Вот рота торгует нами, как рабов по чужим объектам на страну запродает. По полгода семей не видим. Уж лучше в разнорабочие или в инвалиды. Идите, идите. Дайте Калининский участок. Роточи мне. Иванов. Добрый день, Борис Дмитриевич. У тебя работают сварщики Коваленков и Беляй? Сейчас, минуточку. Работаю. Есть такие? Натворили что-нибудь? Хорошо работают. Не знаешь, как работают? Нормально. А ты без суфлера не можешь? Ну почему? Могу. Сварщики, аргонщики. Сварщики, аргонщики, шестой разряд. Неплохо работают, Борис Дмитриевич. Неплохо. Шестой разряд по нержавейке. Это ж золотые руки. По всей стране таких и сотни не наберется. А ты фонд заработной платы на их горбах экономишь. Но, Борис Дмитриевич... Посторонним организациям передаешь. Вот купа рабочий класс отправляешь. Ишь, крепостник сыскался. Довел ребят до ручки. Завтра же вернуть к семьям и внеочередные отпуска дать. Никто тебе не позволит лишать трест лучших кадров. Михаил Степанович. Михаил Степанович. Оп. Алло, Иванов, Новосергиевск. Борис Дмитриевич, нагружаем турбину. Уровень вибрации в пределах нормы. Вот видишь, значит, можно иногда инструкции нарушать, если умеючи. Вообще-то, мы были уже на пределе. Еще немного, и Борчуков погасил бы котел. Кстати, что он? Да виду не подает, но, по-моему, и он оттаял. Ну, он понятно, ему все равно, когда турбину принимать. Сегодня или через 3 дня вы чего обрадовались? Каким кварталом думаете турбину сдавать? Сергей, осталось самое главное. Нельзя допустить, чтобы они затеяли комплексное опробование с нуля. До аварии турбина наработала 69 часов. Возьмите на 3 часа полную нагрузку. Вот вам все 72 часа испытаний. Борчуков должен подписать акт сегодняшним числом. Я говорил. Ну? Говорит, что не может обманывать государство. Что? Да это он хотел обмануть государство, когда предлагал затеять замену подшипника. 2 недели беспричинного простоя такой мощности. Как это назвать? Спроси его и спроси пожестче, не мямли. Кого ласкают? Чистякова. У меня не выйдет, Борис Дмитриевич. Да кто который же тебя не делает? Я, что ли? Нашкодили? Когда а я за вас вылизываю? Прикройте. В конце концов, есть у меня главный инженер? Тряст или нет? Вот что. Или уговоришь Борчукова, или тряст лишается главного инженера. Все. Сережа. Сережа. Кто говорит? Маслов. Ты можешь говорить свободно? Ты один? О чем, Леонид Викентьевич? Выбор сделан. Не торопись, Сергей. Выбор сделан, Леонид Викентьевич. Причем гораздо раньше, чем мне его предложили. Ну, дело твое. Тогда пошли, пожалуйста, за Борчуком. Скажи, что Борис Дмитриевич хочет с ним посоветоваться. Трубку не клади. Ну, все, тебе хорошего. Когда подойдет, доложите Борису Дмитриевичу, что Борчуков его вызывает.
Звонили из Сергиевска. Взяли первую нагрузку, пока все нормально. Я дал задание Сергею ломать Борщукова, чтобы принял турбину сегодняшним числом. Думаешь, сможет? Я его подогрел. Вас Борчуков, Борис Демич. Борчуков, почему так быстро? Да, слушаю. Добрый день, Борис Демич. Приветствую главу Новосергиевского гиганта. Слушаю вас. Георгий Викторович, если у наших возникнут там какие-то затруднения с оформлением акта, помогите им, пожалуйста. Вот для чего вы звоните. То есть как я? Нет, Борис Дмитриевич, не надеюсь. Такого акта я не подпишу. Это не по-государственному. Послушайте, коллега, не бросайте словами. Мы из кожи вон лезем, чтобы скорее вернуть государству вложенные в турбину деньги и труд, а вы... Борис Дмитриевич, вы прекрасный оратор, это известно. Но сейчас выступаете, извините, как демагог. Если турбина будет работать, она будет выдавать государству свои 800 мегаватт, независимо от того, каким числом подписан акт. Ну, а если кто и пострадает от этого, так только вы. В кои-то веки не получите квартального знамени. Послушайте, а почему вы так пренебрежительно отзываетесь о переходящем красном знамени министерства? Не шельмуйте, Борис Дмитриевич, не выйдет. Да что я его на стол стелю? Вместо ковра на стенку вешаю? Оно выяснено при входе в Трест и глядя на него 20 тысяч инженеров, сварщиков, слесарей Треста, испытываю законную гордость. Вот кто получает знамень, я. А вы за какой-то выговорить не могу. Низкочастотные пульсации, устранены, кстати, за полчаса. Хотите лишить людей честно заработанных премий, новых квартир, да если бы только это вы просто радости и хотите лишить. Да-да, той самой радости, которую испытывает человек за честно сработанную вещь. Плохо, Георгий Викторович, совсем плохо. По инструкции, турбина должна проработать 72 часа без перерыва. Слушайте, ни одна инструкция не составляется на все случаи жизни. Им надо творчески подходить. Без перерыва и при полной нагрузке. Подумать только! 800 тысяч киловатт! Полтора дня прогресса, турбина, которая одна может осветить всю Швейцарию. Целое достижение, пока товарищ Борчуков в компании неизвестно, зачем меняли бы ей подшипник и в какой момент. Я кладу трубку. Кладите. Кладите. Заканчивается первое полугодие, один из важнейших этапов народохозяйственного плана. Вам это не важно, Георгий Викторович. Вам не важно, что в сводках СССР по нашей с вами отрасли значилось бы недовыполнение, если бы не смекалка и находчивость моих людей. Кладите. Вот. Вот во что обошлась бы государству ваша приверженность инструкциям. Да что делить шкуру-то неубитого медведя? Она еще половины нагрузки не взяла. Возьмет! Кладите трубку и половину, и две половины. Не знаю. А я вам говорю, возьмет! Кладите трубку. И положу. И положу. Стыдно, Борис Дмитриевич. Забыли? Как сопливым мальчишкой под моим началом работали. Да-да, ты, кажется, его подмял. Его-то ладно, турбину бы подмять. Она, брат, железная. Вы не обедали, Борис Демич. Спасибо, Соня, я еду обедать. Ну, впрочем, поставьте нам тут допоздна сидеть. Ко мне никого? Там Дятлов. Борис Демич. А что у него? Подробности не знаю, но я за. Просите. Прошу вас. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Пожалуйста. Так, так. Садитесь. Ну что же, у вас же верное дело. Что вас беспокоит? Тем не менее, до сих пор не поставлен на учет. Мащенко ко мне, пусть захватит документы Дятлова. Пивка? Нет, спасибо, не пью. Да, Леонид, подготовь приказ всем участкам в 10-дневный срок подготовить данные об использовании рабочих высшей квалификации, обработать и дать анализ. Сдается мне, богато жить стали. Рабочих высшей квалификации
другим организациям продаем. Вот получается, чем человек лучше работает, тем тяжелее ему живется. Звали? Почему Дятлова не поставили на учет? А чего его ставить? Живет как султан турецкий. Я спрашиваю, почему Дятлов не поставлен на учет? Пожалуйста, вот справочка. Комната 18 метров. Проживает гражданка Дятлова и двое детей одного пола. Согласно положению на учет ставим при 5 метрах на человека, а у них 18. 18 деленное на 3, 6. Как на 3, на 4? Гражданин Дятлов в настоящее время с семьей не проживает. То есть как? А вы у него спросите. Да, я не живу с семьей, но я там прописан. Следовательно, я имею формальное право на жилплощадь. Поскольку распределение квартиры является формальным актом, то я прошу выделить мне квартиру. А сам в ней жить не будешь? Хорош. Но будет жить мать с двумя детьми. Не надо было бросать семью. Слушайте, вы, это уже не входит в сферу жилкомиссии. Входит, все входит. Надо было все-таки написать об этом заявлении. Речь идет об элементарной человечности. Женщина с двумя детьми живет в комнате с окнами на север. Я не собираюсь извлекать никаких выгод из квартиры, которую хочу получить на свое имя. Я это делаю только потому, что сами они никогда не получат ее. Решение зависит только от того, захотите вы им помочь или нет. Я проработал в Тресте 10 лет и думаю, что это дает мне право просить вас о помощи. А если вы такой добрый, возвращайтесь в семью, тогда дадим. Да погоди ты. Чего ждать? С одной живет, а для другой квартиру просит. Это ж виданное дело. Порог покрывать, прелюбодейство. Замолчите! Что, что? Вы прекратите базар. Эх, Борис Дмитриевич, кому помогаете? Да он и работник. Байки травить в коридорах, да курить. Простите. Вы что, разбираетесь в автоматизированных системах управления производством? Что же вы берете судить? Не знаю, какие там системы, но только трест станции строил и без всяких систем, и план выполнял. А сколько у нас еще нуждающихся из тех, на ком трест держался и держится? Ты свободен. Я пойду. Делайте, что хотите, только я буду против. Идите и вы, Дятлов. Это отказ. Решение вам сообщат. И пошли они, солнцем палимы, повторяя, суди его Бог. Все шутите? Мне надо было зарыдать? Упасть на колени? Или симулировать повешение на собственном галстуке? Тогда бы мне поверили, да? Нет, позвольте, я нарушу общепринятые правила проявления глубоких чувств и останусь самим собой. Это единственное, что я могу противопоставить созданным при вашем участии нечеловеческим нормам жизни. Видал? А получил бы квартиру, нормы сразу бы стали и человеческие, и сверхчеловеческие. Зря не осадил Мащенко. Да Мащенко не о себе думает, он себе и квадратного метра не взял. И что, этим заслужил право на хамство? Да что, вы сговорили, что ли, сегодня по строчкам меня раскладывать? Нечестно, бесчеловечно, дом за домом сдаем, тысячи квадратных метров, все равно не хватает, ну не могу давать всем. Вот Тёмкин, например, втрое больше твоего Дятлова поработал, спас нас всех сегодня, вот кто заслужил квартиру. Пригласите Тёмкина. Хорошо, вас просит Кибальник. Да, слушаю. Что ты так громыхаешь, Борис? Матвей Ларионович, добрый день еще раз. Как дела? Выкарабкался? Все идет по плану. Ну, слава богу. Скажи, Борис, ты о расширении главка слыхал? Нет. В связи с программой развития атомной энергетики почти полсотни новых единиц получаю. Будем на ядерное топливо переходить. Пора? Пора. Пора. Вот и я так считаю. Скажи, когда ты приглашаешь специалиста, чем ты можешь его заинтересовать? У меня штат заполнен. Я не тебе. Мне люди нужны. Лишних у меня тоже нет. Да что с тобой, переволновался, что ли? Я? Трудно с тобой сегодня. Ну ладно. Ты дом когда сдаешь?
В будущем месяце, в июле. Сколько квартир? Две секции, 40 квартир. Маловато. Маловато. В общем так, передача дома оформим с компенсацией, не беспокойся. Вопрос с исполкома согласован, получите площадку. Строить вы умеете, откройте новый дом, хоть двое больше этого. Ну, а этот дом ничего? Ничего. И санузлы раздельные? Раздельные. Смотри-ка, будто знал, для кого строишь. Строил я для своих. Ну, эти тебе тоже не чужие. Наши люди, советские. Значит, договорились? Договорились, Борис? Договорились. Ну, спасибо. Выручил. Пока. Вот так наши мерси за Берцию и Тулу. Езжай ты обед с Борисом. Вот и не смогу я твоему Дятлову помочь. Я побуду здесь. Соня? Да. А почему Дятлов оставил семью? Жена его была неверна. А где же он теперь живет? Да где придется. Снимает комнату. Жена ветреная, детей не любит. Кто же за ними ходит? Ее мать приехала. Но ее не прописывают, потому что с ней меньше нормы получается. А он не выписывается, чтобы для них квартиру получить. Купнемся, Борис Дмитриевич. У меня и плавок нет. Ничего нет. Достанем. У меня здесь зазнобы спасательницы. Боюсь, она однажды меня спасет раз и навсегда. Достанем. Да.
руками. А морда брав за то хребені, по політніх сонячних днях. Темна є ніч в моєму серці і в моїх очах. І настала бу темна та ніч, все до утра, до зоре. Темна є ніч, я спасам сам, і то ме болі. Скозі ластно живлєння хіті, як оркон, ки се сплаши. Темна є ніч, здай сам жив, от сама тебе сни. Добро повім, та ніхче не веч не помаг. Борис Дмитрич, порядок, билеты есть, в лавке внизу. Поехали. Домой. В Трест. Михаил Степанович, в следующем доме в первую очередь. Благодарю вас. Я хотел бы знать, что с турбиной? Пока не знаю. Но ваше предложение – это единственная наша надежда. Ну ладно, хватит дурака валять. Пошли в ресторан. Да вы что? С ума сошли? Олег, освободишься, зайди. Так как? Да ну вас. Афанасьев звонит. Нагрузка 550, а вибрация пока выше нормы. Заводские представители терпят? А почему Афанасьева, Чистяков где? У турбин, наверное. Слушай, Борис, Олег обещает сдать 300-тысячный блок в третьем квартале вместо четвертого. Если поможете, Борис Дмитриевич. Поможем, чем можем. Чем не можем, не поможем. Так, значит, схема. Укрупнительной сборки котла, график работ, подсчет дополнительной рабсилы и оборудования. А чем будем план четвертого? Квартал окрытия, если блок пойдет у нас третьим. Нам тут же дополнительное задание подбросит по нашему же желанию. Спрячь.
и никому не показываю рационализатор. Котел монтируется в рекордно короткий срок. Ну а другие участки откуда мы снимем для тебя людей и механизмы? Что, будут на голодном пайке сидеть, пока товарищ Пальмин ставит рекорды? Нет, тебя надо остановить. Пиши приказ Пальмина ОИ от должности начальника уральского монтажного участка освободить и перевести, куда же его перевести? Я из Уральска не уеду. А если на новую, мощную, небось, поехал бы, а? Нет. Ну, слушай, Сулагир, замечательное место. Летом высшего сорта грязища, гнус крупнокалиберный. Зато зимой куропатки так и сыплются. Вот подбирай свежемороженое и в суп. Эх, чего только на ручке бежит-то тут, ну, просто не знаю. А станция будет хороша. С чего бы я начал? С дорог, второе жилье, третий клуб. Тренера соблазнил двойным окладом. И концертмейстера из молодых. Мужикам хоккейную команду, женам хор. Ведь они все считают, что семья в них вокальный талант загубила. Поощрять семьи. Семья накрепко привязывает рабочего к участку. Еще добиться повышенной категории снабжения. Как только быт в поселке станет лучше, чем в среднем, по району, побегут к тебе, не от тебя. Понимаешь, образуется избыток рабочей силы. Избавишься от балласта. Поднимешь дисциплину. Остальное знаешь сам. Все, действуй. Хорошо. Допустим, подниму участок, прирасту к людям, и через год или два вы меня опять какую-нибудь дырку заткнете. А ты смотри с другой стороны. До тебя была грязь, беспорядок, развал. Прошло какое-то время, и ты сдаешь участок чистый, с прекрасным коллективом. И тот, кто примет его, просто не сможет работать хуже, чем работал ты. Да пойми, не хочу я, не хочу! Черт. Да. Прав ты, конечно. Так уж у нас повелось лучшими людьми дыр затыкать. Но дыр-то пока хватает. Кто-то ведь должен штопать их. Я не отказываюсь, я спрашиваю. Попробовал бы отказаться. И помни, что планы составляют люди не глупее нас с тобой. Научись выполнять их, и я тебе спасибо скажу даже без всяких твоих рекордов. Ну все, отдыхай до завтра. Нам тут допоздна сидеть. А тебя там вроде ждут. В девках засиделся. А в Сулагир одному нельзя. Это там, брат, на вес золота. Нагрузка 695 мегаватт. Вибрации около 50. Нагрузка 700. Нагрузка 700 мегаватт. Вибрация 50. Надо останавливать. Выкинуть их оттуда, как на кладбище, похоронный звон.
Дети там, Чистяков, хоть бы позвонил, что ли. Не жди звонка от Чистякова, Борис. Он уходит. Как уходит? Из Треста уходит. Поэтому тебе и звонил. Афанасьев, а не он. Мальчишка он, что ли, обиделся? Слушай, Борис, ты что-то или не хочешь, или не можешь. Одним словом, ты что-то не понимаешь. Это он не понимает. Ни выгоды своей не понимает, ни того, что он сделал сегодня для Треста. Да не вставь я ему фитиль, разве бы он накалился до того, чтобы уломать Борчукова. Ему детонатор нужен. И он его получил. Ты еще так сдетонировал, что открыл новый режим прогрева. Он по нему еще докторскую защитит. Ну, защитит. А работать больше с нами не будет. Ну и пусть катится, если у него кишка тонка. Ну, так ведь в Тресте и вдвоем можно остаться. Слушай, Леня, да разве виноват я, что способность работать с полной отдачей пока не стала у всех потребностью? Вот и приходится одного хвалить все время, другого премии, квартиры, третьего держать в кулаке. Вот Пальмин, например, не скрути я его сегодня, так бы и кис в своем Уральске бредятину всякую изобретал. А в Сулагире он, люди-то все разные. Знаю. Но знаю другое, что людей надо ругать только по делу. Даже как хвалить всякий раз, когда они этого заслуживают. И семьи прощать не для того, чтобы прикрепить рабочего к участку. И квартиры давать не в наград за сверхусердие, а потому что это люди, понимаешь, люди, а не кони. Потому что они хотят, чтобы труд им был в радость, а не за кусок хлеба по льготному снабжению. Слушай, не мути душу, Леонид. Построили бы столько, если бы думали, как бы кого не задеть, не обидеть. А, называйте меня как хотите. Мои станции шумят от Балтики до Байкала, и никто не убедит меня, что они не на пользу людям, а во вред. Вот, еще одна. Сергиевск. Иванова слушает. Борис, если ты сейчас же не приедешь домой, за тобой приедет неотложка. Смотрю на человека, для которого способность работать с полной самоотдачей стала потребностью. И думаю, что же он имеет за это? Иди домой, Леонид. Угу. Позвони, когда выяснится с Сергиевском. Скажи Соне, пусть Анатолий развезет вас и едет домой. Кстати, Сонечка, а где же ваша подруга? Не знаю, ушла, наверное. Ах, вот как. Ну, тогда сегодня я сопровождаю вас. Прошу. Нагрузка 795 мегаватт. Нагрузка 795 мегаватт. Вибрация 45.
Звоним БД. Сглазить боишься? Да. Но везуч ваш БД. Играет как хочет, а карты все прет, прет. Везет. И ничем его тут не сглазишь. Ты куда, Щеко? Катя, ну еду же, еду. 2-3-48-82, почему не отвечаете? Спите там, что ли? Девушка дорогая, простите, пожалуйста. Вызывает сюда Сергей. Больше не буду. Говорите, говорите. Алло, алло, Москва? Сергей. Музыку давайте. Сергей, Москва на проводе. Поговори с приемной, Сереж, нам спокойнее. Алло, сейчас. Алло? Сергей, ты? Я. Акт подписан. Акт, акт. Что, машина? Работает как часы. Кто это? Это я, Афанасий. Вот Сергей Ильич интересуется, с кем консультировались. Чей рецепт? Наш, наш рецепт. Сергей, дайте Барчукову бригаду слесарей, пусть обойдут всю машину, почистят все и вообще считать, что она еще наша. Понял. Будет сделано. Сергей, ты слышишь меня? Да-да, я слышу вас, Борис Дмитриевич. Сережа. Сережа, возвращайся-ка ты в Москву. Завтра вылетаю. Да нет, можешь отдохнуть денек-другой. Там у вас рыбалка, грибы. Я хочу сказать, хватит тебе мотаться по монтажам. Все-таки начальник, главный инженер треста. Не твое это дело толкать турбину. Ой ли, Борис Дмитриевич. Слушай, Афанасьев, ты там премиального фонда не жалей. Люди заслужили. Понял, понял, Борис Дмитриевич, вешай трубку. Сергей, Сережа. Да, я слушаю вас, Борис Дмитриевич. Борис Дмитриевич, тут меня от телефона отрывают. Ну, вы понимаете. Жаль вас нет, Борис Дмитриевич. Ничего, ничего. Отпразднуй со своими, тут у нас народу много. До свидания, Борис Дмитриевич. Всего тебе доброго. Thank you.
Алло? Матвей Ларионович, пожалуйста. А кто его просит? Иванов. Одну минуточку. Папа, тебя! Идем! Телефону! Нас к телефону зовут. Кто? Иванов. Борис, что случилось? Матвей Илларионович, обманул я тебя с квартирами. Что-что? Какие квартиры? Ты понимаешь, в нашем доме будет не 40 квартир, а 30. Слушай, ты что, до утра не мог обождать? Я уже решил, что у тебя авария с жертвами. Думать надо. Извини. Ну ладно. Насчет квартир завтра поговорим. Нет, Матвей Илларионович, я тебе все сказал. Место 40-30. Ну что за шутки, Борис? Договорились? Вот так. Да мне и 40 мало. Нужно по меньшей мере на десяток больше. Вот и мне 10 квартир не хватает. Не могу. Не можешь. Дмитрич, я по личным вопросам, когда принимать будешь? Завтра, Чешур. Завтра.